чтобы посмотреть это видео до конца, желательно иметь всего лишь одно условие. Вы не пишете код с головы, а очень хотите этому научиться. В этом видео вы как раз узнаете, где взять гайд, каким образом это будет происходить. В данном случае мы добиваемся с учеником, чтобы он написал первый код. Первый код с головы. Обратите внимание, функции пройдены, классы не начаты, но первый код с головы на трех условиях должен быть написан сейчас. Гарантированно можно сказать, что данный ученик писать будет. Вы можете сколько угодно смотреть, не надо пугаться, не надо что-то там думать, потому что в данный момент этот код понимаю я и мой ученик. Другие этого не понимают, но я говорю, что это сейчас говнокод. Тип не стал, объект не стал. На данный момент человек не пишет. Не забывайте, что вы смотрите это видео, чтобы получить, где взять гайд. Совершенно легко проверить, что тип не стал. Давайте проверим. Первое исключение для порядка получим, что все правильно работает. Второе исключение. Это случайность. Так, все нормально отработало, все правильно. Вроде бы правильно, неправильно. Давайте убирать. Итак, смотрим. Задача была. Раз. String. Почему отработал и integer, и string? Говнокод. Грубейшая ошибка, которая недопустима для программиста. Тип не стал, объект не стал. До гайда. Единственное место, кроме курсы, обучения, должно быть только одному, только исходному коду. Единственное, где можно учиться, как писать правильно код, это в исходном коде профессиональных приложений. Единственное, поэтому первое, что мы добились, чтение койла, это у нас есть. Здорово. Маленькая вещь, но я отправлю это видео и этому ученику. Это надо поправить прямо сейчас, потому что мы это можем сделать. Что здесь написано, если раньше это проходило, то на данном этапе вот здесь написано, я не понимаю, это может быть написано. Но у меня, мне пришлось просмотреть весь код, это очень плохо. Обратите внимание, все можно получить довольно быстро. Пожалуйста, сделайте в нормальном профессиональном формате комментарий. В данном случае я вам дам вот эту вот ссылочку. Найдите класс App стака 135. Домотайте до сюда, даю подсказку. Мотайте, мотайте, мотайте до строки. .220 и посмотрите, что у вас не так. Данный код мы смогли получить после 50 уроков. Вернее, 50 вопросов. Ссылка на статью тоже будет в описании. Начало, где сейчас, куда пойдем. К таким результатам ученик пришел только благодаря практике. Шел, 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 шел. Что видно? Концентрация не на том. Вопрос был сформулирован именно таким образом, чтобы посмотреть, на чем будет концентрироваться данный ученик. Концентрация не на том. То есть получаем тип не стал, объект не стал. Вроде все разложили, ничего не стало. Вроде пишем, но не то пишем. Почему пишем говнокод? Потому что надо исправить. Исправим, человек будет писать гарантированно.
Я знаю, что вы ждете гайд, сказал дам, значит дам, потерпите. Сначала читаем. Свободное чтение кода, в данном случае добились. Свободное чтение документации, добились. Значит, чего-то здесь не хватает. Написание с головы. Нужен метод, нужна система, нужна правильная концентрация. Мало рассмотреть объект, мало рассмотреть что-то отдельно. Нужно понять, к чему приложить усилия, от чего размышлять. В данный момент делаем вывод, тип не стал, объект не стал. Исправляем всего две вещи, доступные нам. Одну важную, вторую критическую. Вещей намного больше, которые надо исправить, но сосредоточимся только на этих двух в данном случае. Даю гайд. Не пишите код с головы, а очень хотите этому научиться. Выбираете индивидуальный метод обучения и шаг за шагом достигаете гарантированных результатов. У меня все, спасибо.